Приветствую вас, Анна. Я прочитал ваш текст. Давайте мы его сейчас с вами потихонечку разберем. В первую очередь хочется сразу сказать, что это не удивительно, но ваш вопрос, казалось бы, вполне логичный, ну, потому что вас это может беспокоить, вот. Он, с одной стороны, вымученный, потому что немножко не так ставится он. А с другой стороны, предполагается, исходя из того, как вы его ставите, предполагается, что у всех людей есть одинаковый способ, одинаковый путь любви к себе, ну, любви себя. Да, на самом деле, каждый человек к этому пути приходит по-своему, и в какой-то степени вы себя обесцениваете, когда, ну, предполагаете, что у кого-то может быть другой путь, нежели чем, точнее, у кого-то может быть такой же путь, что и у всех, у вас может быть такой же путь, что и у других людей. Это, на мой взгляд, совершенно необоснованное такое принижение ценности человеческой личности и, ну, позиции линейности развития человека, отсутствие какой-то индивидуальности и так далее. Вот. Ваш вопрос, связанный с тем, как себя полюбить, он неразрывно соприкасается с историей о том, что вы устали. Собственно, ответ кроется именно в этом состоянии. Ответ кроется именно в этом чувстве, что вы устали. Потому что, ну, вы делали бы и делали то, что делаете для всех людей, вот, делали бы и делаете и делали для своих близких то, что всегда, и были бы от этого счастливы. Ну, возможно, какое-то время вы и были бы счастливы. Только здесь первый звоночек, что вы поставили себя на службу другим людям. То есть априори поставили себя ниже их. Значит, у вас, по вашему мнению, есть что-то, что хуже, что делает вас хуже других людей. То есть почему-то вот другой человек может, не знаю, первым попробовать, а вы нет. Дальше. Усталость. Вообще, было бы очень здорово, если бы вот эта усталость, как вы ее чувствуете, как вы ее воспринимаете, ощущаете, вы бы раскрыли. Ну, то есть, вот,
что вызывает усталость у вас? Ведь что-то же вызывает. Что-то вам тяжело. Как вы ощущаете это тяжело? Как вы это видите, что тяжело? Это важно. Следующее. Если вы перестанете делать все для всех, что произойдет? То есть любовь к себе формируется как принятие целиком и безусловно. Вообще, я бы мог сформулировать еще и так, что это реализация того, что вас характеризует. То есть, условно говоря, если сейчас вы чувствуете гнев, то вы его выражаете. Если вы сейчас чувствуете радость, например, вы это выражаете. Если вы раздражены или вам тяжело, болезненно, то вы это тоже выражаете. И не пытайтесь как-то подавить какую-то часть, а как-то ее обесценить. А на данный момент, как мне кажется, то, что делаете вы, больше похоже на желание такое оправдать ожидания людей, желание быть хорошим для всех, потому что если вы будете хороши, вас будут любить, вот. А если вы будете там, условно говоря, будете думать о себе, например, вот, то вас разбросят, вы не будете нужны. А, по сути, так вы пытаетесь себя защитить, и вряд ли вас можно винить за это. Я думаю, что никто и не будет этого делать, я имею в виду вас винить, но вам нужно разбираться в себе. С чего стоит начать? Начинать нужно с, наверное, того, чтобы позамечать в себе какие-то вещи, которые до сих пор вы
на которой, точнее, вы пытались, ну, закрыть глаза, игнорировать и так далее. То есть вот я бы, наверное, вот так сказал. То есть это вот, ну, это самое простое, наверное, что вы можете сделать для себя прямо сейчас. Вот. То есть сразу так вот прямо говорить о любви к себе я бы не стал, потому что это по сути разговор ни о чем. Потому что, ну, нужна практика, нужно умение, нужно время, нужен навык, понимаете? А навыка нет, если навыка нет, вот, то, ну, говорить о любви, это, ну, о любви к себе, точнее, в смысле говорить, это, по сути, просто вот так вот, знаете, из пустого порой не прорывать. Вот. Поэтому. Но моя позиция здесь заключается именно в этом. В том, чтобы потихонечку вам, ну, как-то вот научиться для начала замечать в себе определенные вещи. Вот. И уже потом потихонечку ну, двигаться в сторону выражения этого. Да? То есть, ну, просто вы же это чувствуете, вы же это ощущаете. Вот. И чтобы, например, узнать, что это такое, не просто, да, там, ну, не знаю, сделать вид, что этого нет. Нет, нет, потому что это есть. А именно вот постараться в контакте с другими людьми это реализовать, да, если вы считаете, что это там не нужно, да, если вы считаете, что это вам только во вред пойдет и так далее. Вот. То есть, по сути, ваш вопрос это вопрос на изменения. Вопрос на перемены, и, как мне кажется, ну, ваша жизнь, она вряд ли прям станет легче, если эти перемены начнут реально происходить, потому что людям не понравится то, как вот, ну, как вы будете себя вести, людям не понравится, как вы будете, ну, как вы будете там, ну, условно говоря, на, откликаться на вот, ну, на то, что они будут вам транслировать, вот, и так далее. То есть, как, то есть, ну, вот, такой момент, и
это, на мой взгляд, очень важное уточнение, потому что если вы думаете, что ну, вам будет легче выстраивать отношения с людьми, то я вас несколько вот разочарую, нет, легче не будет. Будет сложнее, к сожалению. Вот, и очень может быть такая ситуация, что ну, кто-то решит с вами отношения прервать. Ну, к сожалению, кто-то решит выйти в отношения с вами. Это не будет, это не безболезненно для вас. Пройдет к сожалению. Вот. Поэтому я должен вас предупредить об этом. Вот, мне кажется, это было бы нечестно, если бы я вас, ну, если бы я не предупредил вас об этом. Вот, и после того, как вы, ну, когда вы узнали об этом, когда вы знаете, вот, вы можете для себя решить. Потому что, ну, люди часто задают вопрос, например, люди задают такой, ну, а вот хорошо, вот, допустим, я, значит, изменился и значит, не захочу ничего там делать, ну, к примеру, не хочу ничего делать для своих, допустим, для своих родных, вот, да, вот, ну, что тогда, как тогда действовать, что тогда делать? Я думаю, что вы не перестанете любить ваших родных в любом случае. Вот да, ваша любовь изменится, она может стать, она может стать, ну, более более взрослой, более зрелой. Это правда. Вот. Но вы не перестанете любить своих родных. Если, ну, если вы любите их, понимаете? Поэтому это в какой-то степени иллюзия. Это страх перед изменениями. Вот. И, ну, это страх, как мне кажется, вполне нормальный, вполне естественный, потому что, ну, что-то новое всегда страшно, вот. Это нормально, то, что мы боимся. Такое дело, что мы делаем с страхом, ну, то, что мы делаем с нашими страхами, вот это уже совсем другой момент. То есть, условно говоря, если вы, ну, бежите от страхов, если вы не позволяете страху, если вы позволяете страху прогнать вас, то это одно дело. А если вы идете на встречу, понимаете, что, ну, вам будет больно, понимаете, что, ну да, вы можете там, не знаю, условно говоря, ну, обжечься, упасть там и прочее, да, ну, к примеру, я говорю сейчас, к примеру, то это, ну, совсем уже другая история, это уже совсем другой момент.
Вот. И это принципиально другая позиция, как мне кажется. Ну, в этом ключе, конечно. Вот. Так что здесь вот в какой-то степени решатва, да. Вот, сейчас, ведь сейчас, сейчас для вас все относительно легко. Вот, в плане того, что, ну, вы жертвуете с собой. Вот. Для других людей. И нет никаких сложностей. Вы как будто бы такой вот, знаете, как будто бы вы в безопасности находитесь. Вот. А только вам тяжело. Только вам тяжело. Слишком дорого стоит такая вот позиция, ну, такая модель поведения, к сожалению. И вам она, судя по всему, не очень, ну, не очень подходит, потому что если бы подходила, вы бы не обратились бы к нам за помощью, раз обратились, значит, вам тяжело. Вот, собственно, первый такой вот шажок вы уже сделали к тому, чтобы себя полюбить. Как мне кажется, вы сделали первый шаг. Когда написали свой вопрос сюда. Это то, что я могу вам сказать. Ну, снова прям вот, это прям сейчас вот, то, что могу вам ответить. С точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии. Вот. Все на этом, я думаю, пока что можно закончить мой ответ. Это процесс. Процесс. Любви к себе, воспитание любви к себе. Иногда связывают с элементом личностного роста. То есть, ну то есть это что такое личностный рост? Это развитие, да, то есть отказ от привычных стереотипов, восприятия и так далее. Вот, это как бы личностный рост. Вот всем этим можно и нужно заниматься с психотерапевтом, вот, и, соответственно, уже после этого, ну, как бы, будет видно, что вам делать, ну, как вам действовать дальше, вот, если вы хотите действовать дальше, как вам двигаться дальше, если вы хотите двигаться дальше, так далее. Вот это тоже такой вот, ну, достаточно
достаточно важный момент, как мне кажется, конечно. Понятно, что здесь есть свои нюансы, вот, понятно, что здесь есть свои детали, здесь есть ваша история, и вовсе не обязательно отказываться от всего, что вы сейчас делаете, никто у вас этого никогда не попросит, вот, потому что, ну, нужно уважительно относиться к вашей жизни и к тому, как вы, ну, вообще вот себя позиционируете, вот, и так далее, как мне кажется, поэтому я думаю, что беспокоиться вам за сохранность себя как такой вот целостной личности не стоит, вот, ну а получить что-то новое, да, поизучать себя, позамечать в себе какие-то вещи, которые вы, ну, могли не видеть, и так далее. Это мне кажется, это очень может быть круто. Ну, для вас, по крайней мере. Это может быть круто, здорово, интересно. Вот. А вот то, что хотел вам сказать. В принципе. Отвечая на вопрос, который вы задаете. На этом все, пожалуй. Что бы я рекомендовал в качестве такой, может быть, самостоятельной работы, вот, если можно так выразиться, вот что бы я рекомендовал. Я бы рекомендовал, пожалуй, изучить такой сценарий жизненный, который называется «Матушка Хаббард». Вы можете найти этот сценарий в интернете, он там есть. Вот. Для чего его нужно, ну, изучить, ну, хотя бы просто вот познакомиться с ним. Для того, чтобы вы лучше, я надеюсь, понимали, что с вами происходит. Для того, чтобы вы лучше отдавали себе отсчет в том, что вами движет. В конкретном, ну, поведении, конкретных действиях, вот, чтобы это не было такой, вы знаете, позиции, что, допустим, я или кто-то другой придумал какую-то теорию и вам пытается это навязать, вот, чтобы этого не было, чтобы была честность, которой, на мой взгляд, вы заслуживаете. Вот, которые заслуживаю и я, и
Мне кажется, все мы заслуживаем. Вот. Чтобы было. Вот. Так я чтобы хотел бы, чтобы вы этот сценарий изучили. Чтобы вы его изучили, чтобы, ну, чтобы он вам был знаком. Чтобы, ну, по крайней мере, у вас было представление, что происходит. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена.